На дорогах области за выходные зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия. 2 человека получили травму. В Ивановском районе травмирован водитель. Не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, совершил съезд в правый по ходу движения, мелиоративный канал, где допустил опрокидывание. А на улице Машенского в Бресте водитель не пропустил на пешеходном переходе малолетнего велосипедиста. Совершил наезд на 13-летнего велосипедиста, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. На тушение 6 пожаров выезжали за выходные дни сотрудники МЧС области. Сгорели 8 строений. Спасателям поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси при розжиге газовой тепловой пушки без последующего горения. Спасатели выезжали на тушение нежилого дома в деревне Турки Ляховического района. По прибытию к месту вызова установлено, что хозяйственная постройка, пристроенная к дому, полностью охвачена огнем. Частично горит кровля нежилого дома, угрозы людям и строениям нет. Гражданин России следовал из Польши на личном автомобиле через пункт пропуска Брест. В его транспортном средстве был обнаружен наркотик. Сканограмма показала, что в транспортном средстве могут находиться нехарактерные вложения. В результате дальнейшего таможенного досмотра сотрудники таможни за обшивкой спинки заднего сиденья транспортного средства из специально изготовленного тайника изъяли 8 брикетов различных размеров общей массой 4,2 кг с веществом темно-коричневого цвета. Согласно заключению эксперта, представленные на исследование предметы являются особо опасным психотропным веществом, а именно гашишем. Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома установили личность минчанина, который незаконно занимался обменом денег, в том числе похищенных у граждан на криптовалюту. Выявлены электронные кошельки фигуранта на различных биржах. В ходе своей противоправной деятельности мужчина получил доход более 3 200 000 белорусских рублей. Также сотрудниками Управления по противодействию киберпреступности УВД совместно с коллегами из Кобринского РУВД установили другого жителя Минска, который при проведении незаконных криптообменных операций получил доход почти в 2 миллиона рублей. Учитывая, что в их действиях усматривались признаки незаконной предпринимательской деятельности, собранные Управлением по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома материалы переданы в инспекцию по налогам и сборам. Декретом президента номер 8 о развитии цифровой экономики установлено, что предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты для физических лиц запрещена.